если мы вставляем какого-то персонажа на фотографию, то для большей реалистичности необходимо делать тени этим персонажам. Сейчас я по-быстрому вставлю мастера Йоду в нашу фотографию. Убираем фон. Очищаем. Перемещаем и задаем размер. Следующим шагом мы делаем копию слоя, в котором находится вставленный персонаж. Этот слой мы поворачиваем на 180 или на 90 градусов. Мне удобнее его повернуть на 180 градусов. Далее с помощью инструмента перспектива я новый слой растягиваю с тем расчетом, чтобы получить тень. Как должна выглядеть тень, я примерно вижу, если посмотрю на тень от дома. Там видна длина тени и угол, под которым она падает. Вот мы примерно исказили слой, чтобы он был похож на тень. Теперь размещаем. И обрабатываем нашу тень так, чтобы это было не отражение Йоды на земле, а именно тень. Для этого используем инструмент выделения смежных областей. Выделяется фон, далее мы инвертируем выделение и нажимаем кнопку Del, то есть удаляем все, что находится внутри нашего выделения. Получается пустое выделение, его мы заливаем черным цветом. Для того, чтобы задать тон тени, мы задаем прозрачность слоя, в котором находится тень. Ставим примерно 60%. И перемещаем слой тени между слоями персонажа и фона, то есть чтобы тень лежала под персонажем.